В районах Кировской области могут исчезнуть библиотеки. Речь идет о деревнях Загарье, Зимино и поселке Струговский Омутнинского района. С просьбой о закрытии библиотек местным депутатам обратились сами работники книгохранилищ. Чем они объясняют свои решения и нужны ли читальни селянам, выясняла Наталья Бакерина. В деревнях Омутнинского района, там, где еще есть библиотеки, живет не более 100 человек. В Зимино 83, а в Загарье так вообще 13. Поэтому в библиотеке там просто некому ходить, как и некому в них работать. Сейчас сельские библиотеки работают в формате выездного обслуживания. Своих помещений у читален нет. Вопрос их закрытия в 2015 году вставал и в Яранском районе. Сейчас, по словам начальника местного управления культуры, библиотеки работают и пользуются спросом. У нас существуют внеплановые стационарные точки в селах и деревнях, и регулярно туда выезжают работники библиотеки. Это в каких-то деревнях, селах это бывает ежеквартально, в каких-то ежемесячно. Вот. То есть у нас сотрудники выезжают и обслуживают население. Нет библиотеки, нет села, считают многие социологи. Ведь библиотека – это не просто место, где хранятся книги. Это центр притяжения творческой жизни, место для общения и встреч. Если есть возможность оставить, то, конечно, оставить. Даже если эта библиотека не очень востребована. Просто для того, чтобы сохранять вот эту социальную ткань села, сохранять рабочее место. Вот, но в целом... Для большинства сел все-таки библиотека – это не основное учреждение местное. То есть школа, безусловно, важнее и больше влияет на перспективы села, чем библиотека. Руководители библиотечно-информационного центра сами обратились к депутатам с просьбой официально закрыть библиотеки в населенных пунктах. Сейчас среди жителей проходит опрос. Если они примут решение, что библиотеки не нужны, тогда их закроют. Опрос продлится до 11 февраля.